По куплету всему свету вы раздайте песню эту. И дождей грибных серебряные нити. Самое большое увлечение Алии Еникеевой – это музыка. Ученица школы-студии эстрадного вокала «Премьер» за свой пока еще недолгий творческий путь уже успела поучаствовать во многих конкурсах. Международный фестиваль вокального искусства «Звездопад талантов», конкурс «Мы вместе» композитора Александра Ермолова, Алия – гранд-финалист Международного форума искусств «Евро-Юрмала». К 12 годам девочка завоевала столько наград, что можно всю квартиру украсить ее дипломами и кубками. Но свой самый первый конкурс «Созвездие талантов» в Чебоксарах она вспоминает с особым трепетом. Я очень боялась выйти на сцену. Очень. И вот была песня веселая, это «Тормоз Васи». И мне надо было на нее выйти первый раз. У меня был ком в горле. Я не могла разговаривать, петь. И все никак не могла. Но потом вышла и заняла второе место. Вокал – очень увлекательное занятие. Алия учится правильно управлять своим голосом, дыханием. Лучше ощущать свое тело и получать истинное удовольствие от творческого процесса. Дыхание нужно брать перед каждой фразой, а то его не хватит. И когда ты его берешь, нужно, чтобы живот напрягался и надувался. Юная исполнительница черпает вдохновение у своих кумиров. Лариса Долина. Она очень хорошо поет джаз. И вот смотришь на нее, и хочется точно так же петь. Мама Алии Ольга поддерживает дочку во всех ее начинаниях. В принципе, изначально, конечно, цели сделать из ребенка звезду, конечно же, никто не ставил. Просто с детства она была очень ребенком активным, ей всегда нравилось принимать участие во всяких мероприятиях. Для Алии очень важно создать убедительный сценический образ во время исполнения песни, поэтому особое внимание уделяется концертным костюмам. Это интересный процесс, потому что, конечно, это все идет в тандеме с преподавателем. Естественно, слушаем, что говорит преподаватель, вплоть до того, что мы ищем костюмы, где-то уже готовые, где-то приходится шить. На конкурсе «Семь нот», который в этом году пройдет с 17 по 19 апреля в городе Домодедово, Алия участвует сразу в 5 номинациях – мировой хит, ретро-песня, джазовый вокал, эстрадная песня на русском языке и военная песня. Чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше... Наталья Буслаева, Алексей Иванов, «Видное ТВ».